Про аниме. Блин, на аниме ведущим, Но конечно. Игорь еще не потушил. Где Гафигаф? Омск, заходи. Омск. Где, Омск. Где Гафигаф? Гаф. Он жарфик. Бля-бля-бля. Го. Это было лишнее. Прошу прощения. Ты просишь прощения, но прошу без уважения. Я, кстати, не знаю, насколько хорош пак. Мы узнаем это на ходу. Это правильно. Музыка для секса, что, блядь? Песни для долбоёбов. О, блядь. Золотое очко разыгрываем. Омск. Сериалы за 10. Опа, Игра престолов, пара. Сука, блядь, когда вымрут те, кто пихает Игру престолов нахуй в паке? Breaking Bad за 10. За 10. Опа. Олэн. Олэн. Ну, это пародия на Breaking Bad. Да. А доктор Хаус? Или доктор кто? Или Шерлок? Шерлок. Доктор Шерлок. Доктор Стрэнджер Финкс. О, True Detective. Ты не туда перепрыгнул. Лучше сериал. Давайте так вообще. Актрису Опа. Знаю. А сериал? Хаза, я вообще не знал, что на сериале. Я бы сказал Черное зеркало какое-нибудь. Говори, скажи. Говори. Скажи. Черное зеркало. Пиздец, ведущий, я ебал. Даже байт с ним. Че знаком? Бригад Сопрано. Итальянцы в России. Опа. Испанцы. Я бы сказал очки секретом. Испанцы. Мне кажется, ты охуел? Извини. Ну ты может. Я помогу. Я помогу, может быть. О, легко. Да он не знает, просто кончил. Фарго! Фарго! Ну и крыса на втором слоте. Как это кричать-то? Я вот так аж... Блядь. Stranger Things. Очень странные дела. Если два человека совпало... Очень странные дела. Понятно. Ты вообще умеешь вести свою игру? Тебя кто позвал? Говорит, ты должен мать. Кино. Ух ты, ебать. Это... Крестный отец. Да. За 10. Криминальное чтиво. Дежавю. Один плюс один. Не понял. А, так это грязь на лице было. Грязь на лице. Хороший, плохой, злой. А я все еще не понял с дежавю. Ну там, может, на коляске было. Бойцовский клуб. Что это за дерьмо? Матрица. А у меня вообще нет ответа, наверное, да. Нет, не Матрица. Это Блейд был. Тогда было бы там тоже намазано что-нибудь. Чё, блин? Леон. Да. О, Интерстеллар. Губка Боб, квадратные штаны. Еще и так же ответил, как ответить. Понятно, он играл этот пак. Это Люди Икс. Тихо. Он префайром ебашит. Утиная история. Скрудж Мандек. Опа. Опа. Два в одном. Конечно, все какая-нибудь Мононоки. 500! Что? Чего? Пиздец. Это аниме. Это аниме. Чё? Король Шаман. Кто? Король Шаман Кинг. А, ну ладно. Наруто. Точно? Аниме. Это шелудивый пес? Какой? У него имя. Имя. Как его зовут? Имя, любимое мое.
Дэйв, Берб, Зэжа. Конча, он не знает. Берб. Бербинг. Конча, конча. Берб. Это, блядь, челюсть отказал или чё? Кураж, трусливый пёс. О, я ебал. Челюсть свело, бывает что. Бля, земля пухом. Серьезно? Котопёс. Да я Евангелион. Споёшь песенку? А если я спою, мне вернут очки? Из Евангелиона, если споёшь, то да. Я думаю, черепашки ниндзя. Запах. О, это этот, а, который... Химен. Вы чё, блядь? Еба. Бенедикт Камбербэтч. И не только это, надеюсь, сейчас будет. Опа, да. Плюс бан. Ладно, я пошутил. Я думаю, здесь будет голый. Так это разве не та самая? Диджей. Ты думаешь, та самая? Ну, кажется, та самая. И спасатели Малибу? Нет, это точно не спасатель. Я-то я думал, она. Кося. Опа. Просто ставка. И куда? Минус 7. Нет, спасибо. Спасибо. С актерами в эту хуйню играть. А чё не улыб? Макэвой. Джеймс. Кончаю. Но он появляется долго. Острые козырьки. Начало. Да. Темный рыцарь. Острые козырьки. Бэтмен начало. Картинки нет. Картинка есть. Ебать, как его зовут. Гарфик бы ответил. А Гарфик Рейл. В игре. Ты чё не ответил? Мэтт Микельсон. А представляете, какой-нибудь актер смотрит сейчас и разочаровывается, когда вы не угадываете. Ну вообще похуй. Но если Палин будет, то ответим. Или про Дельфина. Я не знаю. Мэдисон Айви. Мэдисон Айви. Отвечай, тебе уже подсказали. Да конча, я не знал. Да Мэдисон Айви, давай, засчитывай, блядь. Гарфи уже сказал, Мэдисон Айви. Я слышал голос Гарфи. Она, по-моему, в Могучих Рейнджерах играла. Да-да-да. Розовый Сиа Дель Торо. Она была могучим? Она розовая была? Да, вообще могучим. Алан Рикин. Особенно до травмы была могучим. О. Грязь. Я тоже сказал. Кто так дышит? Вы что, ебанулись? Не знаю. Я опять забыл. Это Ваня дышит так. Это не я, я не дышал. Венера и... Венеры, по-моему. Да. А название картин? Блять, я думал, какой-то фильм опять. Аниме нужно было назвать. Произведение искусства. Омск. Омск. Вань. Омск. О, это падение... Последний день Помпеи. Падение, блядь. Ну, да. Шадо ястреба. Крадется. Чего? Ну, это мем. Yes, это произведение искусства. Это Шрек. И... Чё? А чё прикол? Произведение искусства. Называется? Это Ичпачмак. Не, это треугольник, это... Самса? Бильяш, да. Либо самса, либо Ичпачмак. Либо бильяш. Бильяш тут не заворачивает, короче. Нет, точно бильяш, вы чё пьяные? Ичпачмак. Я же сказал Ичпачмак. Сука, надо было долбить. А чё за вопрос про Ето был, я так не понял. Ну и, типа... Блядь, как её зовут? Её? Плюхан Батвич. Бля, сейчас. Батвич. Зубенко Михаил Петрович. Мы же запомнили. Все еще интересно, почему только я. Раз повторяли. Будущий Хокаге. Йоу-йоу-йоу. Дальше я не знаю. Аниме сосать дальше. Может, чтоб я у собаки? Тогда было бы легко.
Блин, мне кажется, когда у тебя вайфу Ольга Бузова, пак до хорошего не доведет. Я Наруто Узумаки. Это опять что ли его музыка? Shooting Stars. Так, исполняет то. Куда ты лезешь, нахуй? Тихо, блин. Кончай его нахуй, блядь, он не знает, он гуглить пошел. Bad Comedian. Кончай его нахуй. Там же два трека? Да. Два исполнителя, он не знает даже одного. Забей. Тут один. Ладно, кончай. Кончай его нахуй. Bad Riders. Shooting Stars. Ну ты крысопёс. Ну а чё ты тянешь? Котозаяц. Будильник? Легко, блядь. Чё? Луис Фонси. Чего нахуй? Я не знаю, как он это понял. Что у меня она есть? Дежавю? Майнкрафт? Дальше это чё там? Газ. Да. Ноль. Снова поставить эту песню. Ну, какую именно? Ту, которая. Ты Ласковое небо. Да, ладно, не помню, кончай. Ласковое. Это же русский этот, как его. Пизду, блядь. Я же блевану, нахуй. Стигматы сентябрь горит. Сентябрь горит, а Мирвинг плачет. Ага. Мальчика каждый раз. Ладно, тут. Без херни. Даже тик-ток. Дал бы Игорь ответить. А он сжал. Жиган Лимон. Жиган Лимон, с тобой хочу гулять. Этот, как его, круг. Жиган Лимон, с ума сводил отличниц. Сука. Ходовой вот из лав. Владислав. О, почти из минуса вышел. Вадик, зачем? Что за гений музыкальный, блядь? Ты куда жмёшь? Парк, инзент. Ну, блядь, только... I become so numb. Numb. Блядь, парк. Бля, ладно, он просто префом, походу, хуярит. Ты ещё бы префом музыку хуярит? А название? В смысле название? Тут есть название. Кончай, блядь. Это телевизор, блядь, какой там название. Нет. Не, ну в принципе это фиксики. Я не думаю, что там есть название. Да, защитничка. Помогато. Это помогато. Я знал помогато. Там разные есть. Ничего ты не знал. А, чика-чика. Кто исполняет? Какая чика-чика, блядь? Чика-чика песня называется. Нет. Это, по-моему, другой вообще трек. Песня «Чика-чик». А кто исполняет? Артур Пирожков. Ладно, там Александр Орева. Ладно. Чё, ладно, блин, там так и написано. Не, мне... Бля, охуенно. Надеюсь, я другом еще не играла. Или ты не угадаешь? Это цига-панда. Блядь, какой-то еблан. Это в самолёте она играла, блядь, у друзей. Когда пилот включил ее на всю кабину. Самолетом. Тихо. Блять. Блять, это малиновый свет. Так исполняет.
Это исполняет этот, как его... А, блядь, ты не даже не знаешь, ты, блядь, не можешь, ну, нахуй, знать, как ты исполняешь. Давай это, этот, как его... Блядь, я не буду, Тима Белорусских. Пока. Ты, блядь, не можешь знать. Ну, хоть не спалился, Игорь. Почти. Ты копейки сидишь, не палишься. Я... Не играть только. На это вы точно ответите? Запах женщины моей, как бы. Еще и подсказывает, блять, на ведущем такой мужчина. Ну, ответить теперь вот это. И чё, блять? Ты недооцениваешь Шмали. Курочкой пахнет. Тихо. Блять, пизду. Не знаю, не слышал. С тобой наркоман, отвечай. Я сейчас вот предыдущих вообще первый раз слышал. Чего, блядь? Это вообще пулятые треки. Понятно. Надо для долбоёбов. Оу. Виктор Цой, кино. Николай Цой. Потому что ну, сын, это... для долбоёб. Саня, ты в порядке? Вот это я видел, всем назвали. Группу. Если это группа. Это я знаю, кто поет. Говори. Гречка. Так ответила. Так я название песни знаю. А, ладно. Или это она и есть? Ну, по голосу она? Да. Просто не помню, как ее зовут. Омск. Омск. Отк позвал. Thunder Truck CDC. CDC? Ванька, чей душ заипал? Тихо. Эфиль 65, блю. Дыши дальше, ты его сбиваешь. Отвечай. А, я знаю. Да ты не знаешь, Игорь, все кончай. Не, я реально не помню. Они там орут дальше. Я знаю. Кончай. Это Drowning Pool Buddies. Блин, я столько раз слышал за последнее время. Еще и с названием. Господи, просто кончи его. Bring it to life, Evanescence. Сиди что-то. Да я, блядь, думал без другой еще песни. Счастливо. Ну там есть ответ. Название знаю. Да поет, я ебал. Скутер? Ковбой. Да, да. Не, у него прям... Ебать. Big enough. О, о, Ваня. Да. Вань. Только Ваня есть. Стрейк Хотлайн Блинк. Бринг, блять, охуенно. Ну, слушай, надеюсь, слишком круг. Тихо. Ах, это экономи. Маш Маффл Старс. Блять. Бля, у меня дилей или что? У меня только начинает играть музыку, уже все жмут. В голове у тебя дилей, бля. Ну давайте. Гэри Джулс, Мэд Ворлд. Ну это, блядь, знаю. Блять, откуда? Да я бы даже ответил. Столько раз играл. Вань. Как его на Б как-то, блядь? Суждаю на свете тучи. Buzz Lightyear? Это сот. Этот как его, блядь? Чоп свой. Блядь, заебать. А название песни? Я знаю, кто поет, а название песни не ебу. Ну давай так и будет название, похуй. Долгая и счастливая жизнь. Гражданская оборона. А, так был один трек все-таки.
Это Витас. И дальше. Седьмой элемент. А второй кто поет? А пятый элемент. Седьмой элемент. Так тут один мышап. Не было мышапа. Не дослушал. В прошлом не было мышапа. А вот здесь есть. Надо было что-то. Хорошо, это Билли Эйлиш. Нет. Пизда. Я видел мышапу с Билли Эйлиш. Гений музыки, кстати. Ну это точно нет. Тканю. Бля, это, кстати, погнали. Это Виспер, как его, блядь? Карлис Виспер. А кто поет? Исполняет этот. Ой, блядь, как его зовут-то, сука? Я что-то пропустил? Луи Виттон, блядь. Помочь? Напой. Карлис Виспер это исполняет. Кто поет, напомни. Музыка из Дэдпула. Да, в Дэдпуле она была. Ты мне? Да. Ну, пожалуйста, Вань. Ты напой хотя бы. Я не помню, кто поет, кончай, короче. Оо, Джордж Майкл. А ты название, небось, не знал, да? Нет, не знал. Тра-ля-ля. Точно для секса? Да. Чей полет? Валькирии. Шмелят, че? Какой шмель? Ты где шмеля слышишь? Душистый хмель. Грик? Сразу все фантазировать начали, что делать, блядь, эту музыку. А-а-а-а. Король, похуй, блять, вообще. Король под горой, Чайковский, Щелкунчик, блять. Кончаю. Он каждый раз отвечает эту хуйню. Эдвард Грик, сука. Эдвард Гриль. Да потому что это оно и есть. Но где-то я, видимо, ошибаюсь. Ну? Король под горой, блять. О, ебучий король. Опа. Оу-е. Бля, он так называется? Оу-е. Очень какое-то простое название. Кокстал. Оу-е. Довольно просто, действительно. Йеллоу. А чё за... Тут двух надо. Два трека тоже. Это Pixies Where's My Mind и The Sweater... Яйца болят. Как он там, какой-то барабан или что-то подобное? Не-не-не, давай. А ты серьёзно? The Sweater? Да ты лидер, давай. Ты у тебя 660 PPS. Не до сих пор за Принц Перси Далтон. Песню свой вспомнишь? Поле чудес. Качаю его все. Яйца болят. Ну давай, кончай. Да кончай, кончай. Какое время? Все кончилось. Время вышло. Что, блять? Все. Твиттер на пас. Яйца болят вообще-то. Он так называется, ну ладно. Я второй, не могу вспомнить, кто поет. Но это же не Queen, I Want to Break Free. Кто поет I Want to Break Free, сука? Квин? Бля, это реально Квин. Короче, Doors, Riders of the Storm и I Want to Break Free, Квин. Не поверил. Это другая. Да. Пусть... И пожелает ты мне ни пуха, ни пера. Да. Пусть не по правилам игра. 60.
Я знаю только шашлычок, шашлычок. А шашлычок доступа я не знаю. Кто еще поет шашлычок, вот надо? Диманч. Че, не знаю, что? Я же говорю, тихо, я знаю. Тихо! А, все, похуй, нормально. На удивление, хоть и русское, но даже это... не хотелось блевать. А, я думал, ты тут больше будет, кстати. Ясно. Это Лил. Ваня? Лил Ваня? Лил Яхт, Лил Узи, Лил Вайн, Лил... Нас. Арди. Лин Марс? Бруно Марс? Лил Брайан. Игорь. Ты... А чё ты сразу на меня? Я ещё не нажал. Ну я не помню. Это русская помойка, это. Ну я не помню название. Если б начали петь. Это не русская вообще. Это не русская вообще песня, ты чё, пьяный? Да, я тебя байтил. Ну значит, спизженная русская есть. Нет. Так это не русская вообще помойка. Русская точно с таким минусом прям. Есть, стопудово русская. Да, блин. А, это болело. Пиздец, я кого не лень. Не, я тоже когда буду делать пак, ставлю музыку, которую никто не слышал, блядь. Да, меня слышали. Типа просто открой твою аудиозапись. Так ничего, это тебе не поможет. 2+2=4, -1 Биг Шак, Мэнс Ноу Хот. Нет? Ну, пожалуйста. Ух, вышел из минус. Из нуля. Труна поет. Кто? Токио Хотель, отвечай. Че? Да, на русском Токио. Поют. Токио. Китай. А, окей. Я ДДТ осень только знаю. Что такое осень? Это небо. Небо. Какое, знаешь? Ласковое небо под ногами. Плачущее небо под ногами. Мне похуй. А дальше знаешь? Че там в лужах разлетается? А чё надо сказать? No Tail, OG. Цветок. Понятно, нажимай, это то, что он надо сказать. Эта команда сейчас нахуй идёт отсюда. Это цитата... ПГГ. Блять. Я б между ПГГ и хвостом тоже говорил. Я б между ПГГ и Растайлом, наверное. Нажали бы, блин, там... Ну, Растайл тогда, кстати. Пуф, Сильверная. Ответ другой. Пизда мне. Чё такое Excel, нахуй? Чё такое прошлый. Ты не знаешь, что обидел на прошлый? Ликвид. Они играли блядь. Во всех финалах. Там Винстрайк с кем-то играли в финале. Винстрайк победил. Ниби. С LGD. Да я ж помню, что китайцы. Ты по тому Ликвид сказал, да? Дефенс. Не, а как ты догадался? Я гений. Это что-то вообще есть. Дота. У тебя что-то играло? Ладно, накручу звук чуть-чуть. Ну и какая часть? Так тут две игры или что? Игорь. Ау. Я нашел. Пак, он называется «Руки на стол». Тромедом. Вот там такие вот темы. Скинул. Не ошибка. Не показывает что-то. Куда ты скинул? Ну что за тема? Я тебе скинул в стиме. Но у меня не показывает. В смысле? Ошибка? Ну, ошибка, да. Чё за тема, но... Мафия. Какая? Ну, это я. Первая мафия, Lost, да. Точно первая? Да. Бля, пацаны, мама в комнату зашла, я видел видосики с ней. Я бы в такое поиграл. СССР секса не было, помню, вставал рано утром. Lost, там City, что-то там, это первая мафия. Ну, там 18+. Да, не первая мафия, гоните. Главное, что не 21+. Ну, не третья точно, там же это. Тут просто игру надо угадать или чё? Я до сих пор не догнал.
Да. Ну, пока что было. Окей. Жмолын не ставится. Накиньте очей. Я пас. Фас. Омск. 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 Неужели? Омск, блядь, заебал уже. CSGO. А, это было точно. Что за хуйня? Скандировали. Бля, так бы на интернешнале кричали. Гарфик что сказал? CSGO. Что же он может сказать? Я не слышал. Что тебе сказать? Ну что тебе сказать? Нееет! Его я не дам. Готика. Трапу. Камня. Бля, ну это ж такой баян, откуда это? Это локация в Готике. Якудза. А, надо было жать. CSGO. Mortal Kombat. Чего? Ты дурак? Это у вас Mortal Kombat переделано. Чё? Ладно. Почти. А почему никто не отвечает? Вунш-пунш? Дайте второй шанс. China number one там поют. Игра? Да, China number one. В смысле, это Лентяева. Тогда пупка. Дайте второй шанс. Почему никто не отвечает? Интересно. Вален Херц. Что? Че? Че ты высрал вообще? Я не услышал. 60 секунд. Кончай. Вален Херц искал. Papers, please. Papers, please. Да и все, я в тильте, нахуй. Редали третий. Ебал. All in, блять. Как all in, аж дичь. Ну охуеть. Омск. 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 Бля, таким нужно быть ёбком, чтобы перебить, когда у меня минус. Я хотел двадцатку поставить, но тут минимум 200, жаль. Он не знает. Чего, блять? Воевал в детстве. Просто кончил. Парень, общающийся с своим лучшим другом через меч. Это весьма реальный способ лечения чумы. Чего нахуй? Ведьмак, что ли? И не было. Что за тема? Что за тема была? Воевал тут в детстве. Ебать! Это неплохо. Так, кстати... Макс, Пейн. Подождите, а почему минимальная ставка была 200, если блядь, вопрос 20 стоит? Сосать гребень. Мне так 500, по-моему, въебал, да? Да. Ну, я думаю, все играли. Дота? Я не играл. Точно? Точно. Смотрите. Я не играл. Не играл. Мне кажется, никто не играл, кроме игры. А вот первую... Моровинд. Zelda Scrolls Morrowind. Тест 3 вообще-то. Ну, я сказал Zelda Scrolls 3. Blood Rain. Ты даже не играл. Да конечно, блядь. Я в обе части играл. На стриме пройдешь завтра. В обе части играл. Ты в обе части пройдешь. Ебать. Это чё? Так я нажал кнопку. Ну алё, это Баклер! Это Баклер. Да мне не жмёт, сука! Красава игра. Как ты не будешь. Вообще это арбапака. Да блин, не жмётся кнопка, ну как играть? А ты игру свернул. Как это? Это... Слушай. Ебать, что всё взорвётся нахуй.
Опа. Ну-ка, Мер. Фейзи старый. Чё-то знакомое. Мер. Фейзи. Сейчас неправильно. Да похуй. Я всё равно не знаю, что это. А, так это не работает уже. Ты, наверное, на чат нажал, Мер. Да какой чат? Варлок, что ли? Не. Хотя хуй знает. Смотри, это варлок. Некс. Я уже похуй. Хотел сказать. Накинь очков, я ебашу. А чё мне надо? Волын тебе надо. Перебирай. Дота. А тут нельзя. А как ты полтос поставил? Почему 200 только могу? Потому что это номинал. Номинал. А. Пиздец, трэш какой-то. Наши бы засадь в доте игры поставить. Легко. Кончаем, он не знает, иди. Блять, я не знаю. Крис кажется... фантомки, нахуй. Просто фантомка. The Grace. Непучая игра. Какой-то неправильный. Сняли мужиков, Игорь, Игорь, Игорь. Спрячу. Я спрятал. Игорь, да тут назад игру. PUBG. Так, я следующую фотку сейчас увижу еще. Решу, открывать экран или нет. Вон тут можно. Да я там всю сковородочку. Это Линкин Парк. Да, перед перед каждым буду чекать. Ладно, нормально. А, это аниме. Фьюри. Ладно, это игра. Понятно, сразу зрители флешки видно. В смысле, блять? Какой нахуй зритель флешки? Чё обзываешься? Ну, сабскрайб. А. Ну, пизда. Оп. Причем прошлые три я... Ладно, это Майкл Джексон, Смув Криминал. Мне еще не появилось. Я последний буду закрывать, надеюсь, там ничего не будет. Ну, а ты Гарфик еще ответит. А что, аниме назвать? Да. Я знаю. Трек. Название это Lucky... трека написано, блядь. Аниме Lucky Star. Так. Трек не ебу, блядь. Ты, блядь, сказал аниме, я назвал. Я вообще молчал. Мне сказали, я спросил аниме, сказали... Это вам сказал, да. Это Гарфик сказал. Бля. Я чё отходил. Карамель, карамель данса. Уроды. Это трек в аудиозаписи. Я вроде это и говорил уже. Шрек. Тут не трек. Сейчас будет Somebody once told me. Little big. My dick is big. А правильно назвать? My dick is very big. Little big. Dick. Is dick. My dick. My dick. Майбик. Майбик. Эдик? Прям кожа. Чё, знакомый пиздец? Очень знакомый. Хотите прикол? Но. Если это кто-то, это не кто. Я услышал, hey now you all star, потому что... А потом ты... Кончай его нахуй. Так, тихо. Тихо. Эминем. Рэп год, блядь. Ой, как так можно было поделиться? Бля, сейчас так будет обидно, пиздец. Да, будет обидно. Я готов закрывать глаза, чтобы не видеть это. Закрывай. Смотри. Я так понял, никто не знает. Так это, по-моему, Майнд что-то там, не? Пикси? Where is my mind? Where is my horse? My horse is amazing. Ладно, по радио. Сука. Ясно. Я не буду отвечать. Ты знаешь. Мастер. Я уже отвечал на этот вопрос. Пошлой моли. Он за ней песни? Пошлой моли. Все неправильно, он за ней песни. Ебать. Трек назвать? Нет. Феликс. Мать забинал. Киберпанк 2077. Да это один честно, не было написано, что игру. Что игру, что?
Да у меня просто друг слушал. Я рядом стоял. О, последний надо. А, жаль. О, ебитесь. Омск. Омск. Нахуй гач. Можно было гач убрать. Соглы. Я выбираю гачи. Кто над нами не рыдал? Пресвятая. Ой, в пизду. Хоть Господь мне дар и дал. Так, а кто в результате выиграл титул золотого очка по Волжье? Я ревнул. А, Гарфик. Гарфик, а чё? Очко? Очко по Волжье, теперь у Гарфика. Золотое очко по Волжье, просил. Отвоевал просто. 5 паков аниме by Saksan.